А дальше еще круче. Это бизнесмены наши крутые, которые пальцы веером, знаете. 98-й год. Сергей Владиленович Кириенко. Помните, да? Бах, трах, и я вам докладываю цифру. 300 тысяч бизнесменов, мелкий и средний бизнес, малый, сдали все свои пейджеры, мейджеры в Москве. Кто кончил пьянством, кто пулю в лоб, кто спился, потому что привыкли уже, а их опустили. То есть это все входило в рамки, потому что есть мировая кредитно-финансовая система –